Можно прямо сейчас, имея обычную визу, въехать в Соединенные Штаты? Да, можно. Наша знакомая улетела в Америку 14 мая 2020 года. В страну можно попасть, несмотря на пандемию, главное не посещать Китай в ближайшие перед поездкой дни, не менее 14 дней. И страны Евросоюза, также Иран и Великобританию, Ирландию. То есть просто выбираете рейсы из стран, не входящих в эту группу, и вперед! И еще одна немаловажная новость. В США нашли антитела для полной блокировки коронавируса. Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитела, способное полностью заблокировать коронавирус. Специалисты компании исследовали миллиарды антител, сотни из которых оказались способны воздействовать на коронавирус. Ученые изучили их и выяснили, что одно из них, STI-1499, способно на 100% защитить клетки человека от заражения SARS-CoV-2. Понравилась наша новая новостная подборка? Ставьте лайки, если понравилось. Всем спасибо и удачи в эмиграции!